В Западной Украине назревает бунт из-за львовского мусора. Власти населенных пунктов отказываются принимать его даже за обещанные миллионы. Причина – протесты местных жителей, которые грозятся перекрывать трассы и сжечь шины, если возле их домов будут сваливать горы львовских отходов. Тем временем Львов, куда на майские праздники съезжаются десятки тысяч туристов, утопает в мусоре. Об этом заявил сам мэр Садовый и в очередной раз упрекнул в этом областные власти. Обіцянки наразі залишаються на папері. Ситуація в місті є далі непростою. Понад 300 майданчиків досі переповнені. Чому так є? Наразі жоден з обласних полігонів не підписав з містом довгострокову угоду на вивезення ТПВ зі Львова. Напомню, после пожара на Грибовицкой свалке львовский мусор уже около года колесит по стране. Ни один полигон его не принимает. Машины сваливают отходы на обочинах дорог, в лесах и на закрытых заводах. Чтобы хоть как-то навести порядок, пришлось вмешаться главе области и даже премьеру. Они инициировали меморандум с городами области о приеме мусора в течение 2 лет. Взамен пообещали местным бюджетам в целом сотни миллионов гривен. Но договоры пока не подписаны. Люди в городах и селах бунтуют, опасаясь экологических последствий.